В игре с Акбарсом череповчане смогли справиться со стартовым напором казанцев. Далее шел равный хоккей, но череповчане часто нарушали правила, что во втором периоде дало возможность хозяевам много времени играть в большинстве. И в конечном итоге барсы реализовали численный перевес после обидного для хоккеиста Северстали рикошета от конька защитника Адама Мазура. Ну, сегодня он провел не лучший свой матч. Даже сказать, можно сказать, один из худших. Хорошо, ну, ошибся, то казните в эту пешку. В третьем периоде свой фирменный сольный проход совершил Дмитрий Кагарлицкий и эффектно завершил его голом. 1-1. Отметим, что на эту игру Дмитрий вывел команду в качестве капитана. Основное время встречи завершилось в ничью. А на первой минуте овертайма Акбарс вырвал победу, разыграв быструю комбинацию. В итоге 1-2, поражение Северстали, но одно очко набрано. Не забили в овертайме, был выход 2-1. Вот, чудом шайба не зашла в ворота. Вот, была равная игра, может быть, не самая красивая для болельщиков, но с дисциплиной и с обороной мы отыграли довольно-таки хорошо. Ребят, я ни в чем не могу упрекнуть, бились, сражались. Единственное то, что мы мало забиваем, потому что транжирим моменты, стараемся улучшить, хотя моменты сегодня были во втором периоде. Но завоевали очко, готовим к следующему матчу. Череповецкий клуб сейчас занимает 8-е место в западной конференции. Следующий матч «Северсталь» проведет уже в субботу в Нижнекамске против «Нефтехимика». Владимир Сентябрев, новости.